Здравствуйте, с вами интернет-магазин Президент Watches. Сегодня мы расскажем вам о часах Casio модель LTP2088D7A. Корпус и браслет часов изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Застежка клипса с двумя ушками по бокам, которые открывают замок. Задняя крышка стальная с информацией о модели. Циферблат защищает прочное минеральное стекло. Способ отображения времени аналоговый. На стрелке нанесено светонакопительное покрытие, которое хорошо видно в темноте. А кроме основного циферблата также имеются три малых, в них отображены дни недели, дата и дублируется время в 24-часовом формате. Механизм часов кварцевый, точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц, питание от литиевой батареи SR920, срок службы которой рассчитан на 3 года. Габариты корпуса. Длина от ушка до ушка 37 мм, ширина 33, толщина 9 мм. Класс водозащиты 5 атмосфер. Часы не боятся дождя или душа. Для установки даты и времени используется коронка, расположенная справа на корпусе. Нужно отвести ее на один щелчок для установки даты. Поворачивать нужно против часовой стрелки. И для установки времени отводим коронку еще на щелчок в сторону. Получаем доступ к стрелкам. После настройки не забудьте вернуть коронку на место, плотно прижав к корпусу. В комплект с часами идет подробная инструкция на нескольких языках, включая русский, и гарантийный талон с уникальным серийным номером, условиями гарантийного обслуживания и перечнем сервисных центров. Упакованы часы в фирменную коробку. На этом все. Спасибо за внимание.